Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Нелли Хованской. Композиция называется «Сказочный вальс». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Посмотрите, танцуют снежинки, удивительный сказочный вальс. На глазах оживают картинки, умиление приходит всех нас. Все смешалось в безбрежном пространстве с сокровенной мечтой захватим мир, наполнен симфонией танца, светлой музыки вечный мотив, расстилаясь над речкой и лугом, снежный бал затевает зима. Несравненное дивное чудо, кружевная блестивая хрома. Все в движение пришло на планете, мы во власти земной красоты. А снежиночки, малые дети, вечный символ ее чистоты. Каруселью несется по кругу, все в кружении леса и дома. Снежный вальс превратилась округа, все счастье почти без ума. Это добрый небесный волшебник за штурвалом стоит корабля. Наш декабрь, как веселый кудесник, вертит глобус названием «Земля». Так давайте, друзья, веселиться, новым счастьем наполнив сердца. В этот час не грешно ей влюбиться и надеждами жить без конца. Так давайте, друзья, веселиться, новым счастьем наполнив сердца. В этот час не грешно ей влюбиться и надеждами жить без конца. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Сказочный вальс. Стихи Лилии Хованской.